Нежнейшие куриные сердечки. Делаем маринад. Томатная паста, соевый соус, апельсиновый сок, мед или сироп топинамбура, темное кунжутное масло и соль. Перемешиваем, оставляем на полчаса. Также на полчаса замачиваем шпажки в воде. Нанизываем мясо, кладем в форму для запекания и убираем в духовку на 15-20 минут. В это время увариваем до загустения остатки маринада и смазываем ими наши сердечки. Возвращаем на 5 минут в духовку и будет все готово. Я подала с жемчужной перловкой, томатным соусом и зеленым луком. Друзья, это очень простое, но легкое и вкусное блюдо. Вы только посмотрите, какими мягкими получаются наши сердечки. Обязательно советую приготовить. Приятного аппетита, дорогие друзья! Любимым посвящается. Если немного арахиса обжарить в сухой сковороде, а потом в маленькой аккуратной баночке сделать легкую заправку с оливковым маслом, горчицей, медом или сиропом топинамбура, добавить по вкусу немного соли и, конечно, ароматного свежемолотого перца, а потом любовно все это потрясти, чтобы все наши вкусы подружились, порвать салатные листики, добавить очищенный от пленочек грейпфрут, домашнюю малосольную рыбку и, конечно, спелый зеленый авокадо, полить нашей вкусной заправкой, с любовью все перемешать, посыпать румяными орешками, то получится яркий, вкусный, нежный, полезный и красивый салат. Приятного аппетита! Любите друг друга!